Всем огромный привет, магазин Simoland. Если вы собираете ребенка в школу и ищете рюкзак, я думаю, это видео будет полезно для вас. Simoland находится в Екатеринбурге, улица Черняховского, 86. Уже школьный базар вовсю действует. Кстати, в предыдущем видео смотрели рюкзаки для мальчиков, теперь для девочек. Тут, в принципе, смысл такой же, это каркасные все рюкзаки. Цены сейчас пробежим, посмотрим. И в следующее, наверное, видео перейдем туда. Вот уже школьный базар, четверки, пятерки, оценки, в общем. Не успели вроде как отучиться уже снова в школу. Рюкзак каркасный. Цены видим, артикул видим. Такой вот рюкзачок. Родители активно тут уже выбирают, присматривают. Конечно, красивые сейчас они рюкзаки. Вот тоже видишь такой. Для девочек тоже очень много народу, поэтому пройдем, наверное, к следующей полке. Так, сбоку, вид сбоку. Сзади у нас что? Ценника опять тут нету. Да. Вот еще смотрите, какой вариант. Тут с ценой. Молодежный, кстати, да. Вид сзади. Цена. Да, слышали, какие уже дети, да, пошли. Я куплю вот это. Деньги-то все равно бабушкины. Нитки торчат, карманы тоже. Такой он. Сейчас поднимем, что там упало. Рядом. Тоже все каркасное, плотное, твердое. Тоже тут видели, как у мальчиков, что входит в комплект. То есть покупаешь как бы рюкзак, а там внутри все есть. Попробую одной рукой его открыть. И вот оно, да. Пенал. Два пенала, как бы, да, пакет для обуви, сумочка. И закрывается. Лиса, фея тут тоже. Вот такой мешкообразный, но тоже плотный. Какие цены? Напишите, пожалуйста, средним, вот как вы выбираете. Может, кто-то уже купил. Это нормальное вообще, вот, или дорого, или дешево, или как вот. Не забываем, здесь оптовые, это 10 тысяч или в день рождения, или 5 дней до дня рождения. Розничное, но это вот, как говорится, любой смертный может взять по этой цене. Так. Такие вот. 4 сюда. Как мне кажется, надо, чтобы он все-таки, во-первых, был, ну, как правильный, да, вот, даже можно расписание, не тяжелый, чтобы спинки было хорошо, чтобы все влазило, чтобы пленки не порвались. Чтобы вот эта вся красота не отлетела после первых книжек там. Там на спине, как все. Мягкие, кстати, такие плотные ручки.
как поход, мне кажется, такой высокий. И бесценный. Смотрите, какие прикольные тут ботики. Кедики. Ботики-кедики. Каркасный тоже. Эргономичный. Тоже такие лямки мощные, такие мягкие-мягкие. Артикл посмотрели. Темные, там розовые. Вот тут еще и игрушка, и... Мешок для обуви, брелок. Это все выпуклое. Что у нас тут сзади? Кручу-верчу. Показать все хочу. Кстати, я смотрю, даже на русском все расписано. 3D-объемная картинка на центральном клапане. Молнии надежные японские. Внутреннее оснащение какое вот. Светоотражающие элементы, массажные лямки. И цена этого удовольствия вот такая вот. Вот сиреневый он огромный. Airflow. Ну тут получается вся вот эта линейка с игрушками. Я думаю, что у них цены будут плюс-минус одинаковые. Эти 500, да, там то же самое все расписано. Это та же самая фирма. Делюны. На рюкзаке тоже это все указано, сама марка фирмы. Зайка какой тут. Какая зайка? Да, 850. Тут не написано, что что-то внутри еще есть. Конечно, все вот эти вот аксессуары, это все вторично. Sony за Sony. Так. Все та же фирма. Форма другая. Тут тоже мешок для обуви. Какая там спинка. Я если достану, то следующий полетит. Там тоже мешок для обуви. 2840. Кукла еще, смотрите. Брелок.
это просто полиэтилен под это сверху там берется. Ты думала, ничего себе, еще новую уже все потряслось. Не знаю, такие тяжеленные они. Так, давайте на этом закругляться. Но школьный базар в Симоленде не заканчивается. Посмотрю сейчас еще другие стенды, там тоже сумки, рюкзаки. Так что переходите в следующее видео, которое выйдет на другой день. Всех благодарю за просмотр, спасибо вам за внимание. Все, пока-пока-пока.